Уголовное дело заведено на жителя Анадыря, который выращивал у себя дома коноплю и употреблял наркотики. Наш корреспондент Владимир Никитченко расскажет подробнее. Житель города Анадыря продолжительное время выращивал у себя дома коноплю. На протяжении нескольких месяцев он бережно ухаживал за кустами, чтобы получить хороший урожай. Как только растение созрело, мужчина срезал листья, высушил их и хранил у себя дома. Пользовался полученным наркотиком лично, до тех самых пор, пока незаконные вещества не обнаружили сотрудники правоохранительных органов. По уголовному делу, по обвинению местного жителя города Анадырь, совершение преступления предусмотрено частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно незаконное хранение значительного размере наркотических средств. Данное уголовное дело рассмотрено было с участием государственного обвинителя Анадырской межрайонной прокуратуры. Местный житель, подсудимый в данном случае, полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном. Учитывались смягчающие обстоятельства. Молодой человек прежде не привлекался, коноплю он не продавал и вину признал полностью. Ему было назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев, с удержанием из его доходов 10% в пользу государства. Приговор сторонами не обжаловался и вступил в законную силу. Исправительные работы он будет, поскольку он не имеет постоянного места работы, будет отбывать в организации, утвержденной местным органом власти по согласованию с уголовной исполнительной инспекцией. То есть у нас есть определенный перечень хозяйствующих субъектов по договоренностям с местным органом самоуправления, в которых осужденные к таким видам наказания отбывают назначенное им наказание. Подобные случаи в округе фиксируются нечасто. Контроль за незаконным оборотом наркотических средств на Чукотке жесткий. Фигурант этого уголовного дела сейчас отбывает наказание на обязательных исправительных работах. При этом за ним пристально наблюдают правоохранительные органы. Владимир Никитченко, Ярослав Сертун, Вести Чукотка.